Друзья, всех приветствую! Сегодня мы поговорим о том, как совместить спарковскую деформацию одновременно с пресетом. И еще один момент рассмотрим, как сделать так, чтобы зубы не деформировались, по крайней мере, деформировались меньше. Итак, поехали! Вот у меня есть такая группа ВКонтакте Spark Air Russia. Подписывайтесь, ссылка в описании. Здесь, если вы зайдете в материалы, бесплатные материалы и последняя страница, здесь у нас есть уже готовая деформация губ и носа. То есть нос немножко уменьшается, губы немного увеличиваются. Я буду использовать в данном уроке эту деформацию. Собственно, я ее скачал уже, она у меня на компьютере была, я переношу себе в Spark. Вот у меня уже проект с пресетом. Кстати, как сделать проект с пресетом, ссылочка сейчас у вас сверху появится. Итак, я закинул деформацию сюда, делаю во весь экран Spark. И первым делом давайте проверим, правильно ли вы сделали один нюанс. Вот здесь, когда я зажимаю правой кнопкой мыши, мы видим то, что наше лицо, Face Mesh, да, Face Copy, оно отображается поверх. Если оно отображается у вас не поверх, то вам нужно исправить эту ошибку. Ссылочка на видео выше, там все очень быстро делается. Собственно, когда у вас это все готово, остается вот выбрать Face Copy и здесь, где деформация, нажать плюс. И выбрать губы и нос. Собственно, здесь у нас степень влияния этой деформации. Давайте я сделаю немножко побольше экран. Мы видим то, что вот так без деформации, вот так максимальная деформация. Мы можем поставить любое промежуточное значение, которое нам нравится. Собственно, наша деформация готова. Так как я сразу для вас подготовил на стоп, паузу нажал второй проект, где эта же деформация включена, и когда персонаж у нас улыбается. Обратите внимание, что сейчас она на 0 стоит. Если я поставлю сильно увеличение губ, да, когда рот открыт, у нас очень сильно увеличиваются, деформируются зубы. Как это исправить полностью, ну, по крайней мере, через спарковскую деформацию, лично я полностью избавления от этого бага я не знаю. Но если вы поставите галочку «Маус», это снизит вероятность деформации зубов, то есть будет хотя бы, ну, более лучше это выглядеть, поэтому ставьте эту галочку, используйте деформацию свою. Кстати, ссылочка, как сделать свою деформацию, сейчас выше оставляю ее, так что тоже пользуйтесь. И в целом, в данном коротком уроке вы научились и применять деформацию вместе с пресетом, и избавляться от бага с зубами. Надеюсь, был полезен, подписывайтесь на чат в Телеграме, там у нас 3500 человек в паблик ВКонтакте, и смотрите проекты на Gumroad. Кстати, ссылочку на Gumroad я также оставляю в описании, здесь вы можете приобрести мои проекты. Есть уже готовые проекты с пресетами и сглаживанием кожи, допустим, переключать кружками, либо есть проект уже с пресетом, но переключается по тапу на экран, ну и некоторые другие. Вот, всего доброго, всем пока!